Хватит гамуты, гамуты, гамуты. Армия пребывает в двух положениях. Или воюет, или готовится к войне. Пока они готовятся к войне. Демонстрация силы не всегда говорит о действительной силе того, кто ее демонстрирует. Но она нежелательна. Зачем демонстрировать силу? Если вот Саакашвили, он говорит, что он нас любит, даже он говорит по-остинскому, в смысле по-остински там говорит он. Если он нас любит, почему он не уважает наши решения? Первым долгом. Он же не уважает наше решение. Мы же уже референдум провели, мы хотим соединиться с Россией. Заявлении присутствовали начальник. Я хочу объяснить ситуацию. Нет, послушаем команду. Значит, в результате этого я хочу нет. Я начальского конфликта. Других членов смешанных. Ჩვენის ხალხი ამ ხალხზე უარი არ გვითქოს და არ გაგვიგდია ესენი ჩვენი სიცოცხლე. ყველაფერი იქნება ნელ-ნელა თანმიმდევრულად ძალიან გეგმაზომიერად და გააზრებულად. ჩვენ არ ვაპირებთ რაღაცა ეხება ყვეთრი მოძრაობების გაკეთებას არსად.